Развитие национального книгоиздания, перевод произведений на иностранные языки, электронный формат чтения и, конечно же, сохранение традиционной книги. Эти темы сегодня стали главными в Национальной библиотеке нашей страны. Здесь накануне Дня письменности собрались писатели, публицисты, поэты, специалисты издательского дела из нескольких стран. Также эксперты обсудили особенные не только для нашей страны юбилей, но и для всего мирового культурного сообщества 500-летие белорусского книгопечатания. Его славяне отметят уже в следующем году. Наш президент, когда в стране проводился год книги, сказал знаковые слова: «Потеряем книгу, потеряем страну». Вот эти слова президента – лейтмотив государственной политики в области национального книгоиздания. Это сегодня и поддержка национальной книги, это сегодня и поддержка литературной периодики, это сегодня и многочисленные проекты, которые реализуются в сфере книгоиздания, в сфере культуры. Обсудили эксперты в столице и празднование Дня письменности. В этом году много мероприятий обещают посвятить самым маленьким и детской литературе.